Тема реконструкции улицы Парковой не впервые звучит на совещаниях в администрации района. Проект разработан, утвержден в главархитектуре Московской области. По задумке архитектора, Парковая станет частью пешеходной зоны, которая пройдет от недавно открытой набережной Юности на левом берегу Клязьмы через набережную Серафима Саровского, Старый мост, площадь Ленина до районного культурного комплекса. При этом сохранится проезд для транспорта. Сейчас начинается основная часть работы. Специалистам предстоит продумать множество нюансов от выбора краски для фасадов зданий до организации ливневой канализации. Это электроснабжение наружное, это прокладка каналов для ливневой канализации, прокладка каналов для Wi-Fi и радиофицирования точек, ремонт фасадов, строительство парковочных мест. Ну, в общем, все для того, чтобы создать здесь комфортную среду для всех, без исключения. В том числе даже для автомобилистов увеличим практически в два раза количество парковочных мест. Окончание работ намечено на конец лета, чтобы к празднику, дню Щелковского района, Парковая встречала жителей уже в обновленном виде. Наталья Медведева, Игорь Поряков, телерадиокомпания «Щелково».